Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Поддубных, и в этом видео я покажу вам, как вытащить очень-очень маленького клеща. Итак, мы сейчас в лесу, у нас есть укушенный. Вот, сейчас мы будем доставать очень маленького клеща, я покажу, как это делать. Так, вот наш пациент. Значит, как видите, здесь вот есть родинка, а вот здесь вот есть еще меньше, очень маленький клещик. Просто он миниатюрный. Вот, значит, вытягивать будем следующим способом. Есть два инструмента. Вот, есть побольше, есть поменьше. Вот нужно брать как можно меньше инструмент. Вот таких клещей вытягивать лучше вот такими вот инструментами. Они очень эффективны в этих случаях. Его нужно выкрутить. Обязательно нужно выкручивать, не давить, не выколупывать, не нажимать ни пинцетом, никакими другими средствами. Только вот нужно его взять, заарканить и выкрутить. Сейчас плохо взял. Итак, вот так вот его одеваем и начинаем вращать. Опа! Вот и все. Вот с помощью такого инструментика. Видите, какой длинный клин, очень тоненький. И вот этот клещик масенький. Вытягивается очень легко только вот такими инструментами. Вот клещ у меня сейчас на ногте. Вот какой он масенький. Вот он пополз. Он просто нереально маленький, друзья. Смотрите, какой он миниатюрный, этот клещ. А насколько он уже опасен и агрессивен. Так что, друзья, если вы отправляетесь в лес, обязательно приобретите такие инструменты. Для того, чтобы иметь возможность вытаскивать таких маленьких паразитов. Ну и желаю никогда вам с ними не встречаться. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока-пока.